И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, и сегодня мы продолжаем играть в Air Resource Simulator 2010 года за чужого. Надо заблокировать эту зону и вернуть так, как бы наш лицехват. Давайте скорее посмотрим, что он сейчас делает. Вот, если мы сейчас бежали, то бы человек заметил его. Не снижаем двигатель. Кто там? Синоморф! Синоморф! Пойди узнай, в чем дело. Дистанция 25 метров. Получай! Куда он провалился? Я немного их тут уже убил. Давайте посмотрим, что там. Давайте еще немного, чтобы не остановиться. Так, ну вот еще там. Не снижаем бдительности. Потом мы будем проходить за хищника, это вообще предпоследняя серия.
Вот он. Захожу сбоку. Он был здесь и сейчас. Движение! Дистанция 25 не сокращается! Ну и где ты, урод, черт? И что у нас тут? Находится на территории. Ждать моего сигнала. Ни за что. Оставайтесь внутри. Куда вас несет? Чертовщина у вас там. Ответьте кто-нибудь. Много жертв. Есть кто-нибудь живой? Отзовитесь. Внимание, тварь вывела из строя генератор. Похоже, звук шел отсюда.